Опять Леня, сегодня мы с вами будем опять играть в Майнкрафт. И сегодня у нас такие серии будут, что мы с вами вот эти офигеют подписчики, что мы с вами очень крутые видео будем снимать. И я сегодня болею. Честно говоря, да, я болею. Короче, что мы с вами будем делать сегодня? Мы с вами будем делать... Сейчас, подождите. Разберусь, где эта кнопка. Сейчас, подождите. Короче, я распределился сейчас. Вот, Е надо назвать. Е у нас инвентарь открывает. Где это я? Е, где Е? Где Е-то? Какой камень я надо? Ну ладно, короче, ладно, я на один нажму. Хотя бы вот это будет работать. Давайте сейчас, где буква Ж? Вот она. А! У меня серьезно тут только что. Это где? Какой? Оп. И что нам надо тут взять? Двери. Сейчас, подожди. Сейчас. Теперь другую кнопку. Теперь вообще другую. Вообще с вами складываем. Винтари. На шестой мячик. И стекло обязательно. Все. Ну, можно было не так делать, но если все. Сегодня я болею, можно мне не кричать, в принципе. Так, что мы с вами будем делать? Три начала. Чё, у меня два таких блоков, нифига себе. Попалось. Ну, хотя бы... Ну, ладно. Так, короче, ладно. Я освободю другую руку. И так, для начала у нас такая буква. Точнее, блоки, такая буква. Точнее... Да, блин, нажимаешь это уже. Так. А где А? Это А, да, это А. Ой, всё. Ну, в принципе, это какая-то и коробка чуть-чуть похожа. Но если, когда вы... Увидите начало ролика, но уже не коробка будет. Вы потом офигеете, потому что у меня как почти у Богдана дом будет. До моего Алекса друга. Сейчас я заню другую пока что версию играю. Так, где это? А вставляется. О. А взлететь-то где? А вот оно. Так, давайте. Оп, взлетели. Где это было? А. Ну, кто там мне отправил? Ой, господи, не смотрите туда. Так. Угу.
ступеньки. Ступенечки надо найти. Ступеньки, ступеньки, ступеньки. Ой, тьфу, какие ступеньки, это же садистская. Чё я сейчас сказал? Садистская пукна. А, нажать. Всё, мне понадобится вот такая сидушка. Так, присядем. Тьфу, какой... Так, все. Извините, что я чуть-чуть отвлекся на другую кнопку. Сейчас точно тоже звук очень сильный будет и очень громкий. Проблема. Ой, нифига себе, какой звук был. Просто сейчас звука не было. О, как красиво, ну как уютно, ну как так? Так, все, я сел. Да блин. Сейчас поставим так. Цветочек. Кто любит цветки, обратите внимание на вот эту кнопку подписаться. Нажимайте на нее побыстрее, чтобы я выздоровел время жизни. Просто время жизни я сейчас очень сильно болею. Что не нравится? Смешно, да? А, что вот так? Да серьезно, стой. Интересно. Так. Как красиво. Да ой, бог. Умается. Что-то кнопка опять тупит. Ладно, мне пофиг на эту кнопку. Да не надо мне этот блок. Ты что подаешь мне? Не надо мне такой блок, сказал же, не надо. Да блин, мне не надо эти блоки. У меня Майнкрафт сейчас... Говорит проходить. Прошло жуть. Так, не обращайте внимания, что я сейчас отключил. Ну, сами понимаете, что я сейчас буду делать. Все догадаются, я знаю. Ну, конечно же, дверь, что еще? Да не тут же! Давайте присядем. Да не так! Иди отсюда! Эй, ладно, мы не отрекаемся. Так, давайте. Давай, ну пожалуйста! Где shift этот? Да нет! Так, shift у меня, короче, вот. Эй, ладно. Я забыл, что она открывается рычагом. Так, ну придется нам еще сделать тут проходик.
Вроде как-то что-то получается. Так, у нас тут надо сломать блок. Блока не... Ой, что я сейчас сказал? Вот такая крыша будет у меня. Ура! Все, я сделал. Осталось сделать рычаг. А где рычаг? Где рычаг? Вы серьезно? Вы забыли рычаг добавить в Майнкрафт? Кто говорил, я бы это сказал, что кто-то в Майнкрафт забыл добавить рычаг. А все. Теперь вот так вот. Сейчас всем капкана на острючье надо вырубить.